Всем привет, ребятки, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Check It Out, и это реакция на трейлер «Мир Дикого Запада», третий сезон. Я совсем забыл то, что вышел трейлер, я хотел записать, но у меня не было возможности, в общем. Короче, вот 4 дня назад вышел трейлер, давайте заценим. Очень интересно, первые два сезона, кто не смотрел, мне вас жаль. Это очень крутой, интересный сериал. Он очень запутан, особенно второй сезон. Короче, есть краткое описание и объяснение. Если вы посмотрите, то можете посмотреть объяснение, что там все понятненько объясняют, как что происходило. Вот, и, ну, очень-таки интересно закончился второй сезон. Интересно посмотреть, что будет в третьем. Короче, давайте заценим трейлер сначала. Медиатека. Красота. Когда очень. Я пришла в этот мир, моим первым воспоминанием стала боль. И одно место всегда было закрыто для таких, как я. Место, которое мы не могли увидеть. Ваш мир. Очень интересно, очень хочется увидеть этот мир. Кто ты, Долорес? У нас с тобой много общего. Тебя посадили в клетку и решили за тебя жизнь. Со мной поступили точно так же. Ты следила за мной? Не я, кто-то другой. Что-то другое. И кого же мы ищем? Человека, который украл твое будущее. Добро пожаловать в мой мир, Мэйв. Зачем я тебе нужна? Долорес, ты должна найти ее и убить. О, какая мелодия! Это же Guns N' Roses. Блин, как круто. Нас лишь пятеро. И против нас целый мир. План действий. Мурашки идут по коже, поскорей бы. Что если ничего не выйдет? Тогда будем действовать по старой схеме. По старой схеме? Я всех убью. Ты здесь не единственный хищник. Скоро придут настоящие боги. И они очень злые. В марте наконец-то. Блин, ребят, как круто. Я вообще не ожидал услышать Guns N' Roses. И, блин, это очень круто. В прошлом сезоне, трейлеры второго сезона, там был Kanye West. И этот во втором сезоне, по-моему, играла Нирвана. Я, может, ошибаюсь, но у меня есть, в общем, эти инструменталы, пиано-версии в плейлисте. И тут я услышал Sweet Child of Mine. Короче, очень круто. Я не знаю, я... В предвкушении, мне интересно увидеть этот мир, мне интересно посмотреть за Долорес, какой она стала, что произошло на Мэй. Бернардо тоже интересно, что там, как у него все произошло. Вообще, короче, интересно понаблюдать за всеми персонажами и за человека в черной шляпе. Человек в черном тоже очень интересно. Что там с ним будет вообще. Ну, концовка второго сезона, она подарила кучу вопросов. Вот эти ответы на эти вопросы хотелось бы увидеть. Пишите же вы, что думаете по поводу этого сериала, если вы смотрели. Если нет, то обязательно посмотрите. У вас есть еще время. Это надо видеть. А, все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Check it out.